кресла из самолетов, кашемировые одеяла из бизнес-класса, детские наборы для рисования и тонна шоколадных конфет в форме сердца, которые пассажиры получали при выходе из самолета. Разорившаяся немецкая компания продает более 1000 предметов из пассажирских лайнеров на онлайн-аукционе, который продлится до 1 февраля. После объявления о проведении распродажи в первый же день на торги зарегистрировались 37 тысяч человек. Это очень много. Так не бывает с банкротством промышленных предприятий. Второй по величине авиаконцерн Германии объявил о банкротстве осенью прошлого года. Собранные на аукционе деньги пойдут на оплату долгов. Разорившегося авиаперевозчика купила компания «Люфтганса».